Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Романа с ником Ашмедае. Вот так вот, такой вот ник веселый. Так, находится он в гильдии Runaway, скорее всего. Да, Runaway. Босс 3, 4, 20, 30, 5, 21.00, атака фортов 20.00, прием только с высокими очками и без допов. Писать заранее, то есть чистая сила, собачка и еда. Нижнее подчеркивание ру, это телега и айдишка ВК тоже вам видно на экране. Первые места, кидайте заявочки. Вступайте. 5 мест есть свободных, поехали смотреть аккаунт. Так, донатный аккаунт, все понятно, значит героям надо маловато выбить. Не, хотя много недостающих. Так, командора ледяха. Рогатка, Бугимен. В общем, выбор у нас не особо большой. Поехали. Попробуем. Попробуем ему заролить. Так, что у него вообще творится? В принципе, доната немало. Интересно посмотреть, до чего он. 182 тысячи силы всего. Как-то не особо не раскачивает. Видите силу? Так, Огник, понятно. Выберу Огник, Некрос. Так, отлично, нормально. В принципе, неплохо. И на стремочный вариант, идеальный вариант. Мне он тоже понравился. Так, что тут еще интересного есть? Такс. Ну, видно сразу, что талантики есть. Так как доната, в принципе, немало, полляма. Да и герои неплохие. Хорошо, ну что, поехали, будем испытывать свою судьбу. Конечно, я уже не раз говорил, что на таких аккаунтах ролить, это, конечно, печально все. Потому что, как правило, жизнь боль. Так, Асурик. Тесса. ПБшка. Блин, чё так бездоном не падает? Душегуб. Фараон. Вовро. Химка. Ну так-то падает. Еще один суккуб. Жесть. Пошли магазинки. Да, конечно, недостающего сложновато выбить в таком случае. Так, ну пора нам уже ледяху выбивать. Это маловато. Так, сердцеедка. Пикапка. Череп. Ну что мне череп? Короче, рандомчик сегодня издевается как только может. Ну, короче, нафиг. Буду ролить по 150. Шло оно все в одно место. Хочу, конечно. Ну, как видите, просто тупо не падает нифига нам. Не знаю. Печалька. Сердцеедка, бульдозер, Дед Мороз. Мне уже интересно, слизней, наверное, 5 будет нам не хватать. Капитан Рогатка, ну ничего себе. Капитан Рогатка, Ну чё, поздравляю, еще плюс один недостающий герой, герой хороший, но, блин, тяжеловато он достался. 11-15, 4 слизня,
Интересно, успеем, сможем, не сможем? Как думаете? Затащим или нет? Так, давай, сливайся, Фрея. Отлично. Поехали. Let's go. Сразу такая тишина. Анубис, ну, конечно. Там, где он нужен был, он не упал. Афинка. Два, ребят. Два слизня осталось. Интересно, интересно. Побежали, атакуем. Интересно, кто-то забежит в Расту или нет? Скорее всего, нет, не успеют. Все. Наша манили. Включаем админ панельку. Два слизня. Два. Королева гарпий. Ну. Рыцарь тьмы. Один. Шесть. Просто жесть. Так, окей. Окей. Че, вариант только один, как я говорил. Там, где не хватает одного, мы стараемся помочь. Там, где два и более, мы не помогаем. Даже донат, без донат, я не знаю. У меня даже в последнее время я никому даже не закидывал, потому что... Ну, интересней конкурс провести, чем сидеть на коллекционере, кому-то ловить удачу. Ну, сделаем, в принципе, исключение. Или не делать. Напишите. Ну, хотя, в принципе, когда вы напишете, я не знаю, когда вам этот роллинг открою, ладно. Один слизняк добиваем. Так, ну что, ребят, продолжим. Попробуем добить. Получится, не получится. В общем... Рандомчик, всему тут голова. Let's go, 450. Есть, ловили. Ну что, поздравляю. Еще медуза, еще гарпия, еще и дракос. Еще и гаргул вдогонку. Вот так вот. Давайте за 150 заролим еще кого-то. Так, окей, смотрим. Собрать. Фрейю, к сожалению, мы не выбили. Собрали слизни. Так, хорошо, с этим разобрались. Поехали отсюда, заберем все. Ну, как видите, здесь ушло больше, чем 50к даже. На слизни, на многих аккаунтах точно так же. Так, смотрим. У нас там с героев недостающих рогатка. Хорошо, с рогаткой разобрались. Ну, как видите, у него героев хватает. Такс. Дальше. Посмотрим, что там у него с талантиком теперь на рогатке. Мега талант. Коробок у него нет, к сожалению. Так, ваши подарки. Ну, панчбокс, я думаю, у него есть. Да, есть. Конечно, сложно на таких аккаунтах выбивать недостающих героев. Бугимен. Ледяха, Коммодора, три героя, я не знаю, я уже не один раз говорил, при таких раскладах лучше не ожидать коллекционера, а просто взять и тупо выждать момент, там, неделька, две-три героев, либо продают там за паки. Ну, у нас на русском, к сожалению, этого месяцами нет, но со временем продают на других серверах, это неделя-две, и у вас уже будет герой там за пак, за полпака, тем более
такие аккаунты, как этот донатный, это не есть проблема. В общем, ребят, такой вот роллинг. Пишите в комментах по поводу вот именно под этим видосиком, что вы думаете по поводу хода коня. Я думаю, некие правила сделать уже на следующий коллекционер, чтобы там и донаты не страдали, и без доната не страдали. Посмотрим, то есть, как правило, я уже говорил, если не хватает одного слизня, и мы там, мы пробуем, если там два и больше, ну, смысла нет, потому что таких аккаунтов очень много, копите свыше 50к, и будет вам счастье, и будет у вас куча имба героев. В общем, вот как-то так. Все, всем удачи, всем пока.